Рустам Миниханов сегодня в Москве принимает участие в совещании по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Проводит премьер-министр России Дмитрий Медведев. Также президент республики посетит выставку «Транспорт России». Министерство экологии Татарстана просит жителей сообщать о несанкционированных снежных свалках. Это можно сделать с помощью Telegram или WhatsApp, сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас инспекторы перешли на усиленный режим работы. Госдума к пятнице подготовит заявление в связи с недопуском российской сборной на Олимпиаду. В заявлении речь может пойти об обращении к парламентариям других стран с просьбой поддержать российских спортсменов.